First of all, Happy New Year to everybody. Well, first thing I'll say is I'm really, really happy for our team, the players. We battled hard. It's been a long stretch for our team. We had a lot of new faces in the lineup playing different roles, big minutes, and it was their chance, an opportunity to contribute and to showcase themselves in a good way. I thought for the most part everybody did that. You know, we got off to a little bit of a not a bad start, but you know, they got that quick goal on us and put us back on our heels. They got one in the second, put us back on our heels a little bit. But I thought our team stayed strong. We stayed disciplined to our approach. We had been doing some good things up until that point, controlling large parts of the game. So we knew if we just stuck with it, we'd get an opportunity. And I really liked the way our team stayed strong. We managed to create a turnover there in the neutral zone. Shane Prince capitalized on that, and that got us right back in the game. And we felt then that we had an opportunity. So, good third period by our crew. And you know, what can I say? It was a heck of a team effort. I really loved our team spirit, our fight, and again, just happy that we finally got a result. Thank you. Ну, в первую очередь, хочу поздравить всех с наступившим Новым годом. По игре я очень рад за команду. Мы очень хорошо сегодня сражались, мне это очень понравилось. У нас в ростере было достаточно большое количество новых игроков, которые раньше, возможно, не получали так много игрового времени. Это был их шанс проявить себя и показать себя. И я считаю, что почти все это сделали, справились с этой задачей. По поводу игры, получили быстрый гол во втором периоде, второй, это немножко нас в какой-то степени надломило и остановило, но мы были сильными, мы держались вместе, и я считаю, что, в принципе, потом контролировали большую часть игры. Благодаря голу Шона Принца мы вернулись в игру и потом продемонстрировали очень хороший третий период. Очень хороший третий период, и повторюсь, что мне очень понравился дух команды, и я очень рад, что мы прервали эту серию и начинаем год с победы. Спасибо. Ну, во-первых, Динамо с победой. Вот, ну, у меня, наверное, другое видение было игры. Мы очень плохо играли первый период, но выиграли. Играли хорошо второй период. Вот, единственная ошибка привела к голу в наши ворота. И даже две полуошибки, что ли, когда мы пропускали второй гол в неточной передаче в своей зоне, проброс проигранный отбрасывали. И удаление, которое мы получили тоже такое глупое, опять же, рикошет, пропускаем гол. Ну, значит, где-то не доработали, где-то не настроили команду. Все завалить на везение, не везение, здесь смысла нет. Лишний раз хочется перед болельщиками извиниться за результат. Опять только собрали болельщиков, только они за нас хорошо болеют, результата нет. Андрей Владимирович, второй матч подряд вы заявляете молодым Грачева Рогова, но не даете им играть. Почему? Ну, это глобальный вопрос. Вот. Мы стараемся как можно много хоккеистов привлечь к команде именно местных, именно молодых. Но на данном этапе им сегодня шансы не дали, так же, как и в прошлой. В прошлой игре у вас не было по ним вопросов, сегодня проиграли, вопросы были. Вот. То есть молодежь Черковецкая в текущем сезоне не соответствует турниру КХЛ? Тех, которых вы привлекаете из Алмаза? Ну почему? Я не так сказал. Я сказал, что на данном моменте, например, Рогов, если мы, может, их отпустим, я могу более тщательно ответить вопрос по Рогову, по Грачеву. Давайте тогда, если есть вопросы к гостям, сначала им и отпустим. Сергей. Сергей. Как
Какая задача перед командой на концовку чемпионата? Well, the main goal for us is to compete, to fight for wins every single game, to improve, and for our players to showcase themselves to us and let us know who wants to continue on playing for Dynamo. And their play will show us that, how they approach each and every game. But by no means are we throwing in any towel. We're going to continue to fight hard. We're going to continue to improve. We're going to continue to work because we need to be better. We knew it was going to be a hard season, and this is part of the process that we're working through. It's not surprised anybody, and we're just going to continue to, like I said, have a positive approach to what we're doing, and we see improvement, and that's encouraging for all of us. Ну, основная цель, наверное, задача на остаток сезона – это сражаться за победу, сражаться в каждом матче, развиваться для игроков. Основная, наверное, задача – это показывать своей игрой, кто хочет продолжать играть за «Динамо», кто хочет продолжать становиться лучше. Поэтому мы будем сражаться, будем работать дальше, будем развивать молодых игроков. Мы знали, что этот сезон будет достаточно сложным для нас, то есть ни для кого не стало сюрпризом. Поэтому, но это путь к развитию, так строится команда, так развиваются игроки, поэтому мы будем продолжать это делать. И, в принципе, в течение этого сезона мы уже видим позитивные моменты, которые нас в дальнейшем будут привести к успеху. Еще вопросы от гостей? Скажите, пожалуйста, насколько большой потерей стал уход Булкина? И есть ли игроки, которые смогут его заменить или хотя бы приблизиться к уровню? Well, anytime you lose, quite arguably one of the most dangerous shooters in the league off your roster, that's a big hole to fill, as you know. So I think we're going to have to look at his departure from our team and the hole that it leaves, and that provides opportunity for different players to step up and to fill that role. So that's good for a lot of the players that are still here, and they're going to get an opportunity to showcase themselves in that sort of position. But it's something that we think it's going to be filled not by just one player, but by a committee, by a few different players. And so we'll be leaning on others to kind of fill that void. And like I said earlier, it's all part of our development plan, and to provide opportunity for guys to see what they can do, to showcase their skill sets, and so that's a positive. We wish Bulky good luck. He was a good player for our team, a good teammate, and we're gonna miss him for sure. Скажем так, всегда, когда ты теряешь такого игрока, такого качества, отличного бросающего, забивающего голы, это сложно, и, конечно, это, скажем так, образует определенную дыру в составе и в игре команды. Но из позитивного, то есть мы смотрим на это так, что это возможность для других игроков, для молодых и, в принципе, других игроков показать себя. Да, мы знаем, что это у нас нету, наверное, не будет замены, не может один какой-то игрок из нашей команды заменить Булкина, да. Скорее будет это, мы сможем его заменить только своей командной игрой, да, то есть игрой каких-то связок на линиях. Вот. Но это наш план, давать другим игрокам показывать себя, на что они способны.
Пулкину мы желаем удачи, нам, конечно, будет не хватать, но это такова хоккейная жизнь. Возможно, с Пулкиным завоевать Кубок Гагарина. Когда я пришел чуть больше года назад, такие фамилии, как Кадола, Кудака, Гераськин, Хабаров, они практически были неизвестны, да? Я правильно говорю? Во многом. Ну, например, Кадола практически не попадал в состав. Кудака был известен голом в свои ворота. Гераськин попадал за счет того, что он лимитчик. Хабаров, когда я пришел, вообще не был в команде. Было так? Было. Сейчас Кадола, Кудака регулярно попадают в олимпийскую сборную. Гераськин, я думаю, недалек тут час. Хабарова, у меня был разговор, и он тоже, я думаю, что на следующий разговор с генеральным менеджером сборной, и он, я думаю, тоже поедет. Он уже должен был на этот место Кудака поехать. Скажем так, не хоккейным причинам не поехал. Это работа нашего тренерского штаба, я считаю, для местной молодежи, которая делает очень большие шаги вперед. И вообще, за год тот, что мы здесь, команда поменялась практически вся, кроме местных хоккеистов. Вот кого я перечислил. Плюс Трубачев, Монахов и Вовченко. Остальная команда поменялась полностью. И если взять пофамильно каждого, пофамильно, то кроме Бодрова и Трубачева, каждый из хоккеистов прогрессирует. Каждый. За тот год, что мы здесь. Конкретно Грачев тоже делают большие шаги вперед. Они, правда, бывает, что он делает два вперед, два назад. На данном этапе у него сейчас три назад. Он должен разобраться в своей голове, что с ним происходит. Развернуть пальчик на себя, как говорит один тренер, и пахать, ждать своего шанса. Рогов тоже очень талантливый хоккеист. Он тоже набрал очко здесь, да, в КХЛ. Результативные передачи, получал игровое время, но сейчас он регрессирует. Не то, что стоит на месте, а регрессирует. С ним ведутся индивидуальные беседы, его поддерживают, подбадривают, подпинывают. Еще куча выражений можно назвать, но, к сожалению, его развитие остановилось. А лимитчика у нас второго 2000-2001 года нету, к сожалению. Приходится его ставить, прикрыв свое заднее место тем, что вдруг кто-то травму получит. У нас сегодня 6 защитников было, потому что Хабаров заболел. И мы решили его не выставлять, поберечь его здоровье. И еще есть много факторов нашей работы с местными воспитанниками, которые очень много получают шансов. Например, Радать Шосток, да, местный воспитанник. В какой команде он бы еще получил такой шанс сыграть против СКА? Я думаю, что никакой. Шугаев приехал, тоже получил бы шанс, к сожалению, заболел. Жирнов приехал, получил шанс, сыграл игру и заболел. Совпадение? Или не готово? Вы меня спрашиваете. Я тренер, я не экстрасенс, совпадение или там куклу Вуду кто-то в него тыкает. Я откуда знаю? Нет, ну если говорить про Грачева и Рогова, им бы сейчас, по-вашему, было бы полезнее именно находиться в КХЛ, вот хотя бы получать тренировку или уехать в КХЛ и там получать практику? Полезнее было бы им играть, естественно. Но, например, они сейчас садятся поезд или вот в поезд вроде едут быстрее играть за вторую команду, потому что они сегодня ничего не сыграли. Они лимитчики. Еще раз повторю, у нас есть лимитчик Хабаров, который в железобетонном составе, даже если бы он не был лимитчиком. Но у нас нет ни одного человека, мы перепробовали всех, мы перепробовали Федорова, Чижикова,
Неволина, да. И нас удовлетворял Казаков, пока он не получил травму и выбыл до конца сезона. Опять же, он, начиная у нас с предсезонки, пока он дошел до того уровня, что понял, что детский хоккей и взрослый хоккей — это совершенно разные виды спорта, он чуть-чуть закрыл нам эту позицию. Я бы с удовольствием всех алмазовцев выпустил и играл бы ими. Но результат-то спрашивают с меня. А развивать молодых, пожалуйста, еще раз повторю, вы посмотрите и проверьте статистику игрового времени, хотя бы не то, что там гол плюс пас, а просто игровое время возьмите, сколько они в том году играли и сколько они сейчас. А то тут уже обвиняют меня даже, что... Ладно.